Здравствуйте, друзья. Мы снова у нас на стройке. Вы видите такую бобину с трубочками, с трубочкой. По трубочке пойдет горячая вода. Горячая вода будет отапливать пол. Вот, значит, ребята прибивают, прикручивают такими скобами. Вот такими скобами прикручивают. И у этого будет какой-то узор такой на полу. А сверху будет бетоном залито какой-то толщины, я не знаю. Может быть, там скажут, ребят, какой толщины бетон будет сверху? Насколько нам известно, где-то в районе 5/8. 5/8 дюйма. 5/8 3/4, самое много. Ага, 5/8 3/4. Это, видимо, от дюйма, от инча. Ну, немножко бетона будет. И вот будет такой пол, он будет обогревать. Значит, вместо того, чтобы радиаторы ставить или там какие-то через воздух, например, нагревать, будет тепло идти от пола. Когда закончится вот эта укладка, я вам так покажу, что получится. Вот видите, они тут разрезики делают, чтобы пройти через. Через доски, которые там лежат. Вот она идет, вы видите, вот эта трубочка идет, идет. И здесь она пока никуда не пришла. Не знаю, что с ней дальше будет. В общем, когда будет чего показать, я покажу больше.